праздником, с крещением Господним. Самое главное при этом помнить, что самое важное очищение человека – это очищение через приобщение ко Христу, через таинство Церкви, через очищение своей жизни, через очищение своего сердца от всякого зла и греха. Вот про это не забыть. Сначала мы просто посещали это озеро. Потом с 2006 года начали проводить здесь святое таинство крещения для желающих летом, в летний период. И с 2006 года возобновили традицию освящения воды, молебен, великое освящение воды, купание в проруби, вот именно на озере. Мы запретили уже 3 года подряд, мы запретили купание ночное, поскольку считаем, что на открытой воде это небезопасно. Приходят гости, друзья наших моржей приходят дети. То есть пришли сегодня крепыши к нам, в соседний клуб. Приходят те, кто, в общем, хотел бы с нами разделить эту радость крещения Господня. Первый раз для меня это погружение, церемония. Ощущения, когда ныряешь, какие? Да, как адреналин. Вообще все классно. Лучше веры ничего нету. Потому что это омывание своих грехов, в первую очередь. Это не должно входить ни в коем случае, ни как развлечение. Это наш праздник, исконно православный. Все люди должны это воспринимать сугубо только как верующие люди, а не как пьянство, еще что-то либо. В общем, всех с праздником. Мы с работы доехали недалеко, работаем, ощущения превосходные. Очень понравилось. Вы впервые? Нет, это 3-й раз. А для чего вам это надо? Ну, вера в Бога, мне кажется, очищение. Как водичка? Холодная, очень холодная. Но оно того стоит. Думаю, раз в год можно пожертвоваться. Ну, каждый день в церковь не получается же ходить, правильно? А светиться вот раз в год-то можно. Первый раз. Как очищение. Замечательно. Как снова родилась. А самое главное начать. Самое главное начать, будем так же продолжать, как всегда. А как решились все-таки на такой поступок ископаться? Ну, видно, с годами. Друзьями старыми собрались, вот и решили, почему нет. Приехали и решили искупаться. Первый раз ощущение, о. Нормально, вообще, нормально. Говорить не могу, но нормально. Первый раз вообще понравилось. Холодно. Холодно. Но это стоит того. Ощущение бодрое. Все, затем здоровья на год набрался. Всем счастья, здоровья, удачи. Все хорошо, купайтесь, будьте здоровы.